Вчера вечером остатки воскресного отдыха нескольких десятков екатеринбуржцев были подорваны оглушительным кухонным фиаско в одной отдельно взятой квартире. Взрыв бытового газа прогремел, или, как нынче выражаются, прохлопал, в доме номер 48А по улице Московской. Это дворы на углу Московской и Гурзовской, прямо у подножия 125-метровой телевышки бывшей глушилки. Сейчас уже установлено, что инцидент произошел при попытке разжечь обычную духовку обычной, но, вероятно, не совсем исправной газовой плиты. Разожглась она в итоге так, что вздрогнули соседи, а хозяева, числящиеся в сводках просто как граждане 20 и 28 лет, без уточнения, кто кому кем приходится, хотя, вероятнее всего, это супруги, были госпитализированы с ожогами. Нюанс заключается в том, что никаких разрушений или возгорания за этим, пусть будет хлопком, не последовало. Когда скорая первой оказалась на месте, она попросту увезла пострадавших, которые закрыли за собой двери. А уже потом подоспели пожарные, и вот что областное МЧС по этому поводу сообщает, цитата. «По прибытии наших подразделений никаких признаков данного происшествия не было. Дверь в квартиру, где якобы произошел хлопок, была закрыта. Сотрудники МЧС проникли в квартиру. Никаких признаков разрушений там не обнаружили. Дверь и окна были целы, возгорания не было». Конец цитаты. Тем не менее, из соображений безопасности весь подъезд 48-го А дома, где это случилось, был эвакуирован. По подсчетам МЧС 21 человек. Уже после того, как спустя несколько часов все полагающиеся специалисты обследовали все и убедились, что угрозы безопасности граждан нет, им, уже как раз под сон грядущий, разрешили вернуться в свои жилища.